Всем привет! Вы на канале Тыковка ТВ, и сегодня снимаю видео. Не удивляйтесь, если вы увидите такой зонтик, который будет называться «Где я?» или «Новый переезд». Так, я стою с зонтиком, потому что сейчас дождик на улице, по крайней мере, в месте, где нахожусь я. У нас сейчас дождичек и не очень приятная такая сквозливая погодка. И это мой зонтик, он вот так вот продет через мою корону, чтобы его лучше держать. Ну и что еще сказать? Гроза собирается, а мы переезжаем. Я не все свои вещи взяла, некоторые игрушки, и в том числе вот этот вот чемоданчик. Они придут нам по посылке. Ну, я надеюсь, вы знаете, что такое посылка. Ну, как бы, кто не знает. Ну, для тех, кто не знает, посылка — это когда присылают. Ну, я знаю, что это все знают. Поэтому продолжаем дальше. Мы взяли наших питомцев, например, нашего попугайчика. Я даже не знаю, мы очень боимся, как он принесет дорожку. Надеюсь, все хорошо. Еще небольшая новость для самых внимательных. Я не знаю, наверное, кто-то не заметил, но, скорее всего, уже все заметили, что у меня новый питомец. Ну, безумец, да, это мой новый питомец, но, к сожалению, он убежал, и очень мне было грустно, когда он убежал. Я до сих пор даже не могу об этом говорить, поэтому извините. И чтобы приободрить, наша мама купила нового питомца. Сейчас, Вася. Мяу, 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 мяу. Да, это мой котик. Его зовут Вася. Вот он сразу под зонтик прибежал. Вот он. Не бойтесь, все хорошо. Муся у нас в порядке. Он с ней подружился. Вот она. Мусечка. Просто мы их уже всех запаковали в машину, так скажем, потому что уже мы переезжаем, и как бы нам надо все быстрее делать. Поэтому мы сейчас загружаемся. Раз, два, три. Вот так вот мы едем под зонтиками, так как нам с мамой не очень хватает места. Вот. И еще дождик, блин, капает. Мы с мамой вот как, так скажем, лежим. Мам, тебе удобно? Доченька, как ты думаешь, мне удобно в таком положении? Прости. Вот так вот выглядит забитая наша машина. Вот эти зонтики хорошо защищают от дождя. Наша Флари Харт вон там. Ой, зонтик упал. Я же говорю, у нас тут вообще ничего не держится. Зонтики падают. Вон Флари Харт, я еще раз показываю. Вот она здесь рядом с мамой. Сейчас зонтик починим. Все хорошо. Сейчас должно быть. Вот. Зонтики у нас легко. Ой, тут мои игрушки любименькие. Вот остальные, я еще раз говорю, приду по почте. Наши кошки тоже. Все хорошо. И мы едем. Когда мы приедем, я все покажу. Иду, поехали. Ну, я так и знала, что сейчас все попадает. Так, сейчас зонтик мы остановимся. Ради того, чтобы зонтик... Поехали. Так. Не, ну это вообще нормально. Попытка 3. Поехали. Ой-ой-ой. О, едем. Нормально. И поехали. Хи, приехали. Ой, зонтик падает. Ну, ничего страшного. Так, я уже вышла. Вот мой зонтик, который меня защищает от дождя. Все хорошо, доехали неплохо. В принципе, неплохо. Ага, дождик еще идет. Ой, ну сейчас мы зайдем в наш дом новый. Я понимаю, что для меня это очень тяжело. Новый дом, ну как бы для... Ну, и так у меня еще и новые питомцы. Я даже не знаю, как они на это реагируют. Мам, выходи. Угу. Да, дочек, сейчас. Маме тут тяжелее всего выйти, да, мам? Да, да, дочек. Ой, вы знаете, почему мы приехали? Знаете? Потому что меня повысили. Я стала, можно сказать, по званию
теперь не принцесса, а вообще королева. И поэтому это наш трехэтажный замок. С большим тронным залом. И тут как раз для всех хватит комнат. Это парковка наша. Вот такой замок. Вообще, вот такая вот парковка у нас. Вот там можно дальше заехать. Вот так. Чтобы машин было не видно. Здесь это парковка, если есть вторая машина или для гостей. Здесь вот такие штучки, тут тоже можно вот сюда парковать и вот сюда. Так как нам сейчас не очень хочется это тащить, мы сейчас перепаркуем вот сюда нашу карету, а потом ее перепаркуем. Да, замок у нас, конечно, очень хороший, но у нас есть еще кое-что, что нам не очень, так скажем, удобно. Так, еще. Так. Зонтик, а то дождь идет. Во-первых, сейчас у нас, так как мы переехали, вам уже моя дочка рассказывала, у нас проблема такая. У нас в этом доме совершенно нет мебели. Сейчас я засуну камеру и покажу. То есть вот не здесь нету мебели. Сейчас. Не там ее нету. То есть все, так скажем, у нас голенькие стены такие, пустые. Дверцы хорошо закрываются, удобно. Ой, как бы мы не потерялись в этом большом замке, да, доча? Да ладно! Ой, блин, мама, прости. Ничего страшного. Ой, я уже хочу разнести вещи и сидеть на своем большом троне. Это была мамина мечта. Ой, да, у нас, конечно, не так уж и много вещей, но все же... Ой, Флари, Флари, иди сюда. Мама, ой, деточка моя. Мы ее колясочку тоже взяли, ну, это коляска тире этот, кроватка, сейчас подниму. Колясочкой схожу, сейчас. Вот она в багажнике, да. Вот и колясочка, вот она. Сейчас все в сохранности. Вот наши вещи, как они запряжены, наш попугайчик. Игрушки, вон там наше животное, это кошка, вот кот, а вон наша кошечка. Так, теперь нам надо идти в дом. Сейчас я вам покажу, как у нас внутри дом сложен. И еще кое-что, что нам привезли, как, ну, должны привезти, я думаю, там уже в доме. Это наша мебель, но мы ее еще не расположили. Поэтому у нас будет сейчас расположение мебели. Я открываю двери и... Доча, нет! Ну что значит нет? А ты ничего не забыла? А что? Какая традиция? Первого в дом надо запускать. А, кота или кошка. Сейчас, Муся. Муся. Муся, все, Муська, вижу, уже бежит. Вася, мяу, мяу. Ну что, первым мы их запустим или сама хочешь? Ну, раз уж такая традиция, то тогда давай запустим их первыми. Открываем дом наш. И пусть сбегают. Мяу, 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 мяу. А кто куда побежал? Теперь сбегаю я. А теперь сбегаем мы с Флари Харт. Ой, Флари, 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 вот он где. Давай, Флари, сейчас. И, ой, я с Флари Харт. Так, вот наш дом, мы уже все, ну, все, что нужно, это наших животных только занесли, так как, ну, больше нам, в принципе, пока что мы будем вещи носить, но мы пока что животных. Вот. Наш попугай, наш кот у вас и наша кошка. Пусть она уже легла, значит, здесь у нас будет кровать. Наверное, пусть она спустится у нас. Вот. У нас тут есть лестница такая. Она, ну, так скажем, сама все. Вот, вот, захочешь, она выдвигается. Сейчас. Вот. Появилась наша лесенка, по которой мы поднимаемся на второй этаж. Здорово, да?
Мне это тоже нравится. Но при желании она может и подняться, что тоже очень хорошо. Ну а по желанию она может и ее вообще не может быть, потому что это, ну, как она может собираться, так скажем. Ой, да, конечно, я вам сейчас сделаю маленький обзор на нашу квартирку, такую новую замок, какая квартирка. Вот первый этаж. Он достаточно просторный, здесь такие есть лестницы. Странно, конечно, ведь тут должна быть большая лестница. Сейчас я вам эту лестницу покажу. Вот, вот такая лестница. По этой лестнице мы поднимаемся наверх. Вау! Здесь наша кухня. Здесь мы будем кушать. Вот такая, кстати, хорошенькая кухонька. Мне очень нравится. У нас там была такая кухня, но маленькая очень. А здесь моя спальня, скорее всего, будет. Вообще, это моя комната. А что там наверху? Сейчас я заберусь туда. Это кресло лифт. А наверху у нас... надо привстать. А наверху у нас... Вот что. Балкон целый. Ну, можно так сказать, еще одна комнатка. Сейчас вам покажу. Ну, вот такая вот комнатка. Кстати, мне она очень нравится. И нам мебель, ну, приезжали, я же говорила, ставить. Она у нас там внизу, мою поставили под лестницу. И вот такой нам подарок дали, расческа голубую. Ну, вот смотрите, вот тут место, ну, для трона, чтобы он поднимался. Не, ну, в принципе, ты вот не сможешь вот упасть в эту щель. А Флари может. Ну, ладно, давайте будем потихоньку опускаться с нашего замка. Ой, с нашего этажа. Сейчас я спущусь вниз к маме. Ой, замучаюсь так, наверное, ходить. Мама, я все пришла уже, показала уже, да, все всем. Да, мам, все хорошо. Да, конечно, у нас здоровский дом. А если вы хотите узнать, как у нас все произошло и как у нас все случилось, то ставьте лайк и смотрите мои видео и ждите предложения. Всем пока. Пока-пока. Пока. Пока. Мяу. Мяу.